Всем привет, дорогие друзья! Ну что ж, Хабиб у нас чемпион, а Хабиб уже на 4000 кубков, а красавчик, а холдик, а когда же дальше? Что, 4000 и все? Нет, не все. И я вам говорил, что продолжим тогда, когда в сундуке фортуны будут нужные карты. Ну какие карты у меня хромают? Фаербол, прям ему больно, вот ему, он 8 уровень, он говорит, ну пацаны, ну что я как первоклашка со старшаками? Ну реально, 11-й там кор-гигант, 11-я печка, 11-й вышибала. И 8-й фаербол, это несерьезно. И вот эту ситуацию сейчас поправит сундук фортуны. Сундук фортуны, и плюс еще тут коргик. Сейчас коргик вообще на 12 уровень вылетит. И вышибала на 12 уровень вылетит. Короче, наверное, все 13 тысяч гема потрачу, а может половину ровно. Поехали, не буду томить сразу, и потом переходим к онлайн-каткам. Короче, друзья, ждите стримы. Мини-пека выпало, вы видели? По-моему, мини-пека не по графику, не по плану у нас, но мини-пека у меня в деке есть. Так, конечно, еще знаете что? Вот этого дракона электрического бы тоже словить. Очень хочу. Прям. Я его сейчас взял вместо мега-мухи, но. Как-то вот мне смущает то, что он первого уровня. Ну, типа, он какого? Шестого, но он первого, да? Ну, вы понимаете, о чем я. Так, но самое главное сейчас это не важно. Это все не важно. Самое главное. О, господи, королевский гигант 12 уровня. Ну, честно, я не за королевским гигантом. Нет, мне хватает 11-го. Я за фаерболом. И вот он уже 9 уровня. Прокачиваем. Да, я его буду прокачивать сейчас. Так, прилично, на 11 сразу. Возможно, даже на 12, посмотрим. Кор гиганта 12 доступен. Это просто невероятно, ребята. И вышибала на 12. Так, а что я подсматриваю? Давайте не подсматривать. Все, поехали. Так, вот сейчас коргик уже, оп, и 12-й, смотрите. Опача. Блин, я рад, что я выбрал именно эту колоду с королевским гигантом, потому что очень легко прокачивать комонки. И, блин, реально не так затратно, как по эпикам. Вот эпики сложнее. Хотя, опять же, смотрите, вышибала тоже 12-й. Может, я и не прав. Может, все нормально прокачивать. Опа, вот и лего. Хотя лиги мне не надо. Жалко, что принцесса, а не ночная ведьма. Вот. У меня лучница. А, еще лучница. Охренеть, у меня ж лучница до сих пор 8 уровня. Но я, наверное, вместо лучниц что-то другое возьму. Не знаю, наверное, мегамуху. Наверное, мегамуху. Хотя мне не будет хватать юнитов по земле. Короче, не знаю, сейчас что-то возьму. Так, смотрите, что у нас. Фаербол доступен на 10-й. Вышибала уже на 12-й. 8000 гимов осталось. Ну, давайте до 11-го шарик огненный прокачаем. До 11-го. Просто дальше суровые парни идут. И 11-й фаер будет как надо. Вот как доктор прописал. Все хорошо будет прям. Будет все по маслу. А то, что у меня 12-й вышибала и 12-й кор-гигант, да это вообще, ребята, ну, блин, сверхразум. Я не знаю, взрыв мозга. Я думаю, что соперники сейчас, короче... Хотя, опять же, сейчас соперники начнут подбираться с 12-ми башнями короля и с прокачкой, и, дай бог, уже, наверное, полностью фуловые. Я не удивлюсь, это 4000 кубков. Я официально заявляю, 4000 кубков — это помойка. Это помойка. Не поймите меня неправильно. Если вы находитесь на 4 кубков, это не значит, что вы тоже помойка. Просто вы там находитесь и не можете выше подняться из-за того, что это помойка. Помойка из-за тех соперников перекачанных. Слушайте, гемов-то мало осталось. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Оставить, может, на лучниц. Блин, ну тут осталось. Блин, нет, давайте. Лучше я потом закину еще. Вот, закину еще на днях. Какое сегодня число? 28-е. Ну вот, с нового месяца закину еще гемасиков. Так, давайте, ну фаербол до 11-го надо, однозначно, надо. Блин, коргик, он там уже на 13-й что ли доступен, я не знаю, сейчас посмотрим. Блин, принцесска тоже такая секси, уже, наверное, уровень там 3-й доступен. Так, огненный шарик, падай, пожалуйста, давай, больше. Блин, коргик падает, он уже реально на 13-й скоро будет доступен. Так, сколько нам осталось? Все, последний раз открываем, если огненный шар падает, все. Сейчас всех прокачаем и пойдем взрывать в глобал. Я надеюсь, что это будет просто невероятно. Так, какой ледяной голем, сука, ненавижу я такие, блядь, совпадения. Пожалуйста, не надо мне другие карты дать. Все, отлично, фух. Немножко бомбанул, ну просто гемов жалко, ребята. Какого хера, блин. 20 тысяч золота, а, жесть. Вышибало. Ой-ой-ой, я сделаю скриншот. Потому что, ну, это уже, знаете, предпоследний уровень. Надо запечатлить, и там, кстати, не так много осталось. А коргик-то, ой-ой-ой, какой же он опасный. Теперь Хабиба будут бояться все. И вы и так боялись, а теперь я не знаю. Поехали, пацаны, посмотрим, на что я теперь способен. Посмотрим, какие теперь мне соперники будут подбираться. 10-й уровень, вот так вот сразу, бери и уничтожай. Спасибо. Ну, в общем, 4300 не за горами, 4300 на днях будет, ребята, я вам обещаю.
Поехали. Итак, печка. Печка, естественно, наносит урон. Словили, короче, шахтера. Все делает холдик грамотно вообще. Вот. А лучниц-то я других... Ой, я вместо лучниц не взял ничего, блин. Ну ладно, будем с лучницами восьмыми. Но зато, я надеюсь, компенсация мне того, что лучницы восьмые, это, допустим, тот же коргик 12-й. Типа, ну, жаловаться на прокачку я не буду. Так как все-таки как-никак у меня все хорошо с ней. Но, видите, соперник, типа, ну, не лох. Опа, нихера себе. Два разряда. Ну, поехали, посмотрим, на что ты способен против 12-го кор-гиганта. Скорее всего... уже, видите, уже страшно. Скорее всего... Ну, так еще 12-й вышибало. Скорее всего, там орда мух должна быть. Давайте, ставим печку. Ставим печку. Ну, а что? Я не знаю, что он сейчас... Чем он мне ответит? Он плачет. Ну, тут реально сложно. Я бы сам, наверное, расплакался. Типа... А, воу-воу-воу. Вот так вот, да, значит, по-серьезному. Слушайте, Коргик-то что-то вообще сдох быстро. Ну ладно. Прикольно, прикольно. Хотя бы мега-рыцаря уничтожить, и уже будет хорошо, отлично. Да, печка ему не нравится, мешает, видно, это заметно. То, что у него зеркало, надо не забывать, так как орду миньонов нам контрить... Ой, его гоблинскую бочку будет контрить трудно. Слушайте, он задефался, он красавчик. Ах, ты ж сучка такая, вы посмотрите. Посмотрите, что он творит. Так... Ну, гоблинскую бочку первую я буду убивать, а вторую через зеркало вряд ли. А ну. А не, я и эту не убиваю. Сейчас он закинет вторую, я вышибалу поставлю. У него зеркало, я уже это выкупил. Давай вставь. Ой, выкидывай. Я знаю, что там зеркало, бро. Ну, неплохо играет, видим, да? Так, окей. А что он меняет сторону, я не понял. Ты что меняешь сторону? Не надо менять сторону. Ладно, поехали. Давай, мега-рыцаря. Так. Типа, вот так. Ух ты ж, пух ты ж. Так. Окей. Давайте, вышибала. Вышибала. Так, разряд. Разряд, тихо. А ну, сагрись на вышибалу по-братски, спасибо. Так, здесь у нас фаербол. Я знаю, что у него там через... Ах ты ж. Бля, он классно играет. Смотрите, ну мой кор-гигант сейчас там на три короны его сломать должен. Опа, ча, 1000 хп осталось, 18 секунд. Короче, надо давить его срочно. Так, тихо, летучие мышки, перестаньте делать глупости. Еще тычку, коргик. Ага, молодец, молодец-то какой. Ну, коргиган затащил, я не спорю, пацаны, соперник мой красавчик, молодец, играет хорошо, вообще, респект ему. Я затащил с помощью прокачки, я хуже играл, чем он, я нуб, он красавчик, но... Ну что поделать, ну такие суровые реалии на этих кубках. Вот если у тебя лучшая прокачка, ты царь, все. Ну не решает тут скилл, ну не решает. Так, все, ставим печку на левую сторону. Нет, скилл решает, но не так, как прокачка. Прокачка тут вообще выносит. Так, дракона, ай, блин, не спасу я уже лучниц. Я хотел дракона, чтобы лучницы типа остались живы, но не получается. Ладно, поехали. Смотрите, этот дракон первого уровня выносит дракона 10-го. Это получается на 4 уровня выше. Представляете? Да. Так. Хорошо. Поставим, наверное, вышибалусь. Ага, окей. Сука, вот раньше кор-гигант доставал вот с этой, да? Сейчас не достанет. Ну, проверим. Сейчас будет доступно мне на разряд. Я проверю. Да и подожду, пока Инферно там немножечко. Оп. Оно достает. Сука, он не достает. Оно лучницы должны доставать. Да блин, задолбали с гоблинскими бочками тут играть все. Спалбай ты, реально. Чё мне так везет на вас? Ого, нихера себе. Вот это поворот, слушайте. Не, ну это неправильно. Это неправильно проигрывать. Все, я дебил. Я тормоз конченый вообще. Зачем я полез на эту Инферно? Все, надо собраться. Попробую закомбэчить. Шанс есть. Шанс закомбэчить у меня есть. Там орда миньонов, значит, на зап. Требует зап, да? Значит, это мне, значит, надо, короче, фаербол подготовить. Либо печку красиво поставить. Тут у нас, короче... Блин, не получается так, чтобы и вышибалу кинуть, и мини-пеку. Ну, вот так вот разве что. Блин, да че печка так дохнет, а? Ну, блин, вообще не живет печка. Вообще, Карл. Так. Окей, ставим, короче, кор-гиганта.
Используем разряд. Разряд, ух, разряд, конечно, нормально долбанул. Вышибалу ставим. Печку ставим. Ставим печку. Так, Инферно сейчас уже должна отклеиться. А, у нас же есть, Чудо-дракон. Чудо-дракон. А что он задумал? Так. Блин, смотрите, не получается. Не получается, уже вторая Инферно была. Окей, ставим. А что там рыцарь делает? Я не понимаю, блин, не могу выиграть, ребят. Стараюсь, но не могу. Разряд. Разряд, оп. Против спеллбейта тяжело. Видим, да, что тут спеллбейт тащит неплохо так. Против таких дебилов, как я с Коргигантом. Так, окей. Я разряд слил, поэтому надо сейчас гоблинскую бочку как бы ловить. Как бы. А у него ракета, ну по-любому должна быть. Лол, ну как это? По-любому же, да? Да. Красавчик, красавчик, вопросов нет. Окей. Спасибо, пожалуйста, отличная игра. Блин, да что такое, одни спеллбейты тут, ребята. Одни спеллбейты. Либо мне так не везет на эти гоблинские бочки, либо я просто неудачник. Не знаю. Блин, я проиграл спеллбейты, ребят. Проиграл. Я думал, короче, я выйду такой вообще серьезный бык с 12-м кур-гигантом. Типа, а ну, разошлись все, а ну сюда по одному. А тут, короче, такие гоблинские бочки летают по арене, летают, не могу их задефать никак. Ну ладно, ладно, все, я собрался, все. Я думал, ну честно, пофанюсь, короче, не думал, что так будут обижать меня. Ну, я так понял, что тут надо играть по-серьезному. Тут, короче, такая арена, что... Тут надо, блин, только по-серьезному играть. Окей, я собрался, поехали. Хотите серьезной игры? Будет вам серьезная игра. Все, на серьезных щах сейчас играю, поехали. Все. Так, поехали. Вышибала. Так, 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 принцесса. Вот, сука. Вот, дайте угадаю. У него есть орда миньонов. У него, вот она 100% там есть. Но я рискну. Но вдруг не будет. Но вдруг мне повезет. Ну, конечно же. Конечно же, урона я не нанесу. Но я рискнул. Я рискнул, я просто не хотел, ну, на самом деле, если бы я знал, что орда миньонов, я бы так не тратил много эликсира. Но я думал, ну, бля, ну, не бывает такого, что вот не везет так. Ну, ладно, окей, окей. Так, еще и Пека. Ну, я выиграю его, я вам отвечаю. Я бы и предыдущих двух мог бы затащить, если бы играл серьезно. Но мне так не хочется на этих кубках серьезно играть. Хочется, знаете, ну, против элиток там перекачанных поиграть. Хотя прошлый соперник был с элитными варварами, ребята. Элитный варвар и гоблинская бочка. Так. Разряд. Блин, лучницы восьмые тоже еще надо подкачать их, а то такие дрыщи. Что так жестко? Я вроде до вышки никого не подпускал, а так много урона. Так, ладненько. Ладненько, значит. Что, блядь, такое? Тихо. Вышибал, отойди. Я, блин, неправильно ставлю вышибалу. Да ну нах, просто, что происходит, блин, ребят? О, отлично, отлично. Куда дракон делся? Жесть. Так, ну хоть задефали гигантского скелета, и на этом классно. Ну а эту дуру кто дефать будет? Классно, сначала задефался от Пеки, потом... Бля... А, ракета на этот, фух. Давай, давай орду миньонов, красавчик. А мог Пеку поставить, и я бы не задефал Пеку. Блять, ну, что я чуть дальше не кинул фаер? Ну все, это его ошибка была, что он орду мух выбросил. Все, все, Коргик не прощает 12 уровня. Сасамбо. Да, пацаны, это настоящая заруба. Это настоящая арена. 4000 кубков. Это вам, ребята, не 3К. Это настоящая арена. Это тут по-взрослому уже все. Я буду крайне осторожен. Я буду крайне сосредоточен. Я буду играть на всю мощь. Но я подниму кубки, не переживайте, ребята. Извиняюсь, что так получилось сегодня с поражениями. Однозначно подниму. Что-нибудь придумаю там с колодой. Да не, этой же колодой буду, что тут думать. Мне просто лучницу надо прокачать. Все, ребят, я погнал лапать кубки. Надеюсь, что следующий выпуск будет на 4300. Ставьте лайки, подписывайтесь и ждите новые ролики. До новых встреч, пока.